Весенняя концертная афиша в Калуге богата на самые разнообразные жанры. Так, областная филармония приглашает посетить концерт «Романсы с оркестром», который откроет цикл одноименных программ. Как можно объяснить, что такое романс? Светлая грусть и трагичность, молодецкая удаль и трепетная любовь, безнадежность и вера в романсе можно выразить сокровенно и передать его слушателю. Нежные и чарующие, обжигающие и страстные романсы 3 апреля прозвучат в исполнении солистов Калужской филармонии Эльвиры Никифоровой, Ирины Самойловой, Татьяны Мосиной, Марии Селивенской, Ольги Невской, Вадима Прикладовского и Федора Тарасова в сопровождении оркестра народных инструментов имени Евгения Тришина. Никто, по-моему, не остается равнодушным, слушая романсы. И, конечно, для каждого есть свои романсы. Ведь у нас романсов такое количество, у нас такое богатство, у нас такой пласт этого жанра, которого вообще нет, по-моему, ни в одной стране мира. Классическая русская поэзия и музыка остаются незаменимой частью русской культуры. В концерте прозвучат композиции русских классиков Чайковского, Рахманинова, Глинки, Мусоргского, Свиридова и других. Романсы часто исполняют как камерный жанр. Это романсы с фортепиано, допустим, или с гитарой, или с небольшими ансамблями. Но в этом случае мы задействуем оркестр русских народных инструментов.